Сегодня мы на нашем канале будем делать море в бутылке. Для этого нам надо масло, вот такой вот поплывок. И вода. Вода. И песок. Декоративный песок, чтобы... И... Такие камушки тут, ну, разные камушки, которые светятся. Вот такие ракушки. Блески. Да, блески, бутылка и коробочка. И ложка, и ложка, и ложка. Ну, давай, поехали. Да. Нам понадобится вот это. Нашу бутылку пока уже есть вот это вот. Два пингвина. Ну, давайте сделаем. Давайте. Сейчас мы положим вот такую вот ракушку. Смотри, вот такие вот светящиеся камушки, они светятся в темноте, потом вам покажем. Потом вам покажем, как они светятся. Давай их. Ну, садись. Камушки вот такие вот. Нет, мне было вот эти шаги. Маленькие ракушки вот такие вот добавим. Маленькая. Яна, сядь. София, хватит их ложить. Ну, еще раз. А светящиеся камешки все кинули? Вон там еще я вижу. И вот вот такую ракушку. А я шарики хочу. Так что два ракушки ловить, то у нас тут не будет. Давай вот такие маленькие. Такие вот маленькие. У нас есть еще вот такая ракушка, но она, к сожалению, в бутылку в нашу не влазит. Вот надо эксперимент делать с большой бутылкой, да, девочки? Угу. Давай посмотрим. О, какое дно у нас красивое. Я думаю, что достаточно. Ну все хватит. Так, это. Дальше мы положим вот такой вот песок голубой. Вот это с ложечкой. Нет, не с ложечкой. Вот такой вот штука. Я сама буду усыпать. Песочек мы нальем, насыпем через воронку.
Какой красивый голубой. Красивый. София нравится? Да. Вообще красиво выглядит. Скажешь, когда все? Я сама. Ну, я не знаю, смотрите сами. Давай сейчас посмотрим. Ого. София, сядь. Нельзя, там Яна тянется. Так, еще нам понадобится. Ну, наверное, хватит песка. Когда мы на водичку нальем, он еще уляжется. Так, сейчас нам нужно 2 блестяшек добавить. Я сама. Мама, сейчас блестяшек добавить, да? Я ложечку маленькую. Я сама уложу. Подожди, давай маму спросим. Мама! 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 Мама, сейчас блестяшек добавить, да? У нас блестки есть еще, я не знаю. Стоит их добавлять или нет? Чуть-чуть. Вам хочется блёсток добавить? Нет, София, ты их просыпешь. Давай. Нет, ты воду будешь наливать, давай. Давай. Потом, потом. Тихо. А ещё, ну, конечно, ещё. У тебя руки. Прикинь, девочка. Это вот на руки блестки. Ну что? Мам, мне кажется, все хватит. Ага, ладно. А еще нам понадобится воды такие. Давайте воду сейчас будем добавлять. Я сама. Берем поплывок. Я сама. Давай вместе. Тихо. Скажешь, когда все воды? Ну, воды надо пол бутылки. Все. Еще. Еще. Выливай. Ага. Еще нам понадобится вот это масло. Еще. Подождите. А пол бутылки у нас есть? Да. Масло. Угу. Ну, а здесь еще. Ну-ка, давай сейчас крышечкой закроем и посмотрим, что у нас будет. Сколько воды будет? На каком уровне будет вода, когда мы бутылку положим? Ну-ка еще поднеси. Ой, как красиво. Еще мне кажется, еще чуть-чуть воды надо добавить. Еще наполнялись. Подожди, мама сейчас воды еще принесет. Там в конце мы добавим поплавок. Поплавок. Я сама поплаваю. Подожди. Это все? Вот и мы решили брать кипяченую. Потому что вдруг у нас бутылка. Мама. Будет. Будет в бутылке, будет долго у нас. Чтобы вода в нем не портилась, мы решили кипяченую налить. Что ты хочешь? Да? Все, хватит. Много даже. А я поплыву. Ну, все. Нет, не поплыву, потом поплыву. Сейчас. А может сейчас поплыву? Ну что надо? Не так. Другой стороной. Вот. Нам сейчас масло добавим. Да? Все, да? Наливаем масло. Нет, он где-то вот столько, чтобы оставалось. Подожди. Вместе. Ну, мы посмотрим, как будет. Если надо будет еще добавить, мы еще добавим. Тихо, Яна, тихо. Ну, а вот поплывочка, вот. Ты пить хочешь? Суп? Тихо, не кричи.
На, на. Смотри, смотри, как красиво. Угу. Ну что ты плачешь? Маска, у нас ушло вот столько осталось. Иди сюда. Было полное, осталось вот столько. Так, давай закроем. Я сама буду. Ты что кричишь? Давай посмотрим, как это. Режь. На. О. На. Вот здесь вот играйся. Что же шуришь? Мама. Где там наши пингвины? Вот он с этой стороны. Елки зеленые. А друг... Подожди. Ты что кричишь? Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайк. Пока, всем пока. А, подожди, рано еще пока говорить. Может, заболтать еще? Зачем? А брусок почему? И что, где наш поплавок? Вот он. Да, мы много масла налили, нам надо было оставить место для поплавка, чтобы он стоял. Ну, хотя по задумке поплавок должен был быть между водой и маслом, посередине бутылки. Какой-то мы неправильный поплавок взяли. Который не в бутылке, он ярче светится. Вот он. А который в бутылке, их плохо видно еще. Можно поставить? Куда? Она идет гадать песни. София, это что за песня? Это моя любимая девочка. А может где поставить? Фонариком посветить еще наши эти. Ну-ка, София, выключи свет. Посмотри, как светится, да? Ого. Ну, Папуля, посвети. Я хочу их делать.
Убирай фонарик. Давай. Всем пока-пока. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Всем пока-пока.